И ты, рыжий, тоже. Иди сюда. Вот еще жменю набрал. В этих зарослях. Полулежа. Друзья, всем большой привет. Сегодня направляюсь в лес. В такую вот осиновую рощу. За сморчками. Как раз сезон идет. Надо успеть этот сезон не пропустить. Что буду находить, буду показывать. Но вы комментируйте, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Приятного вам просмотра. Что может быть лучше? Ходишь по красивому лесу. Срезаешь красивые грибы. Дышишь свежим воздухом. Наслаждаешься природой. Короче, набираешься здоровья. Ты тут полно этих строчков. Я уже наприседался. Потому что ноги завтра будут болеть. Вот они. И ты, рыжий, тоже. Иди сюда. Вот еще жменю набрал. В этих зарослях. Полулежа. Совсем маленькая семечка растет. Вот сейчас довольно часто в лесу замечаю вот такие вот непонятные грибы. Они как бы без шляпы. Все. Вот такие остатки от них. Что это может быть? Кто знает, пишите, будет интересно узнать. А вот рыженьки еще. Ну и про эти рыженьки тоже. Не забывайте это. Какой-то другой вид сморчков. Фу, налазился я за теми рыжими. Погнали, опять серые, конусные. Берем. О, а вот и камрадские находки. Любители металлокопа. Лежит трос посреди леса. На нем выросла береза. Одна часть уходит под березу, а другая часть, тропа, выходит
с другой стороны. На коп уже охота сходить. Но, к сожалению, пока не получается по известным всем причине. Так что так. Скоро, друзья, сезон ландышей. Зацветут ландыши, и лес покроется новыми красками. Будет стоять аромат такой интересный, особенно вечером. В лесу будет очень красиво. Комары продолжают кусать. И что-то муравьев очень много по всему лесу ползают. Это тоже загрызли всего. Но у меня сморчки продолжают радовать. Дятел он прилетел, кто видит. Сейчас будет долбить. Но пока он будет долбить, мы посрезаем сморчки. Раз. На тех выходных они были еле заметны, совсем маленькие и мало. В этот раз их уже нормально. Пока лес дает, надо брать. А то скоро сезон закончится. И буду сидеть дома и жалеть, что не сходил по грибы на природу. Так, где-то я еще видел товарища одного. Сморчок, ты где? Тю, пойти. А, все, вижу. Есть. Вот он. Растет. Пошли со мной, кое-что покажу. Красота. Кстати, друзья, напишите в комментариях, кто из вас употреблял в пищу сморчки, ваши вкусовые ощущения. Так, где-то еще есть. Лес засрали. Все в канистрах. Телевизорах. Люди свиньи. А вот такие красавцы растут. Вот выглядывают, видите. И вот два штуки. Один и второй. Сейчас их будем срезать. Вот, друзья, подошел поближе к мусорнику. Разбитый кинескоп. Канистра за деревом.
в этом беспределе растут грибочки. В этом году сморчков много. Надо не пропустить сезон по сбору сморчков. А так в лесу хорошо, несмотря на найденный мной мусор. Так. Вот кучка. И еще вижу. Главное не нарваться на гадюку этих тварей. Здесь тоже очень много сидят под каждой корягой. Забираем. Азарт, друзья, заставит залезть не только в эти дебри, но и в другие злачные места. Оп. Оп. Два штучки. Оп. Три. И вижу, еще есть. Четыре. Я только что уже здесь был. Они все есть и есть. Она пропускала целую кучу. Наверное, друзья, буду убегать, потому что-то ветер поднимается. Дождь прокапывает, гремит гром. Имею вот такую кучку неплохую. На сегодня мне хватит с головой килограмма 2-3 есть. Так что я довольный. Но на сегодня буду заканчивать. Быстро соберусь и буду убегать домой. Спасибо, что смотрели видео. Комментируйте, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!